Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам, как установить моды Minecraft Pocket Edition. Но для этого нам понадобится скачать Block Launcher и установить его. После установки Block Launcher у нас появится такой гаечный ключ наверху. Нажимаем на него, нажимаем на тройки Block Launcher и переходим в некое меню, где у нас все будет отключено. Ну, первая вкладка у нас текстур пак. Если у вас есть текстуры мода, то мы включаем эту вкладку и заходим в нее. После чего вы должны будете выбрать текстуру и просто нажать на нее. И также мы заходим в вкладку модов. Сначала включаем ее, потом уже мы заходим. И то же самое добавляем мод. Ну, мод можно и добавить страницы, допустим, интернета. Он его тоже добавит. Вот. Ну, на этом все. Вот у нас запустится Block Launcher и установится мод. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.